Всем привет, всем доброе утро. Не обращайте внимания на мое опухшее лицо, потому что я вот только вот прям только что проснулся. И я тут сижу завтрак. У нас сейчас 11:16. У меня на завтрак сегодня вот такие вот бутики с лососем и маслом. И чаек. Как и всегда почти так, что всем приятного аппетита, если вы тоже кушаете. Мы сегодня уже едем провожать Катю в Бельгию. Да, она здесь была только на неделю. Неделя прошла очень быстро, конечно. Но вот, билеты у нее уже куплены, так что она уже скоро улетает. Сколько она улетает? 6:30, кажется. Мы ее довезем до такого городка, как Висагинес, а оттуда она уже поедет на автобусе до аэропорта Вильнюс. Вот. А Ульяна остается у нас до конца лета, то есть до сентября, так сказать, у бабушки в деревне. Сейчас уже будем собираться и выходить, скорее всего, к Тане, и от них мы уже тогда поедем. Мы уже приехали. Вот Висагинес, такой маленький город. Или это не город? И сидим, играем в логотипы. Угадать надо. Какой-то уровень? Второй? Третий. Катя уже отъезжает. Зашли сейчас в местный торговый центр. Тут вот такие вот магазины везде. Какие везде? Вот тут магазин какой-то Сидонас. Тут вещи какие-то тут дают. Тут дорога. Тут. Бату Соло и магазин. Там еще есть второй этаж, но там тоже все в вещах обычно. Тут еще есть вот такая вот экспозиция. Экспозиция. Сонь, как эта экспозиция называется? Фонтан, который не работает. Мы приехали в кафе, оно называется «Два слона» на границе с Литвой и Латвией. Так что сейчас будем обедать. В общем, у меня тут котлеты с пюрешкой. Вот котлета, она, кстати, куриная, с сыром. Это салат из капусты, салат из морковки. У всех остальных цепелина. А у меня еще тут кола. Так что всем приятного аппетита. Бимка, привет, Бимка. Привет, Бимка. Бимка, хорошая собака. В общем, да, мы уже приехали достаточно давно домой. Тут собака на меня прыгает. И мы уже приехали в деревню. Вот, успели приехать в деревню. Тут собака такая радостная, да? Стоит, встречает меня. О, на поводке. Мне кажется, если бы он был не на поводке, не на привязи, то он бы меня завалил. Тут уже он очень тяжелый, на самом деле. Выглядит легкий, а на самом деле тяжелый. Вот. Собаки. Да, давай, я пошел. Я буду там. Собаку. Значит, тоже Балу взяли. Вот он. Вот. Вроде как нужно тут было с чем-то помочь. У бабушки тут есть крыжовник, черная смородина. Вы уже тут все пособирали. Коробку насобирали. Вот. Еще клюква растет. Сейчас клюкву собирать будем. Красную смородину. Блин, красную смородину. Это так, да? Да. Вот вишня тут еще растет. Ягода. Это у нас в городе немножко побольше ягод. И яблони. Я вам рассказывал уже когда-то в каком-то влоге, что тут очень-очень много яблок. Везде яблони, и в этом году очень-очень много яблок. Вот, так что... Осенью их нужно будет собирать, а мы уже собрали себе коробочку домой. Вот. Красная смородина, черная смородина и крыжовник. Вот.
Насобирали мы вот столько вот черной смородины. Черника, черная смородина. Путаю постоянно. Постоянно путаю. Да, мам? Вот. Сколько тут? А вот тут показано. 3 литра мы собрали. Ведро 3-литровое. Нет, вот. Ну да. 3 литра собрали. О, классно будем. Будем варенье варить. Варенье варить. Компоты варить. О, орхидея была. Я тут уже сижу ужинаю, наверное, можно сказать, потому что у нас сколько? 19:26, да, самое время, и у меня на ужин сегодня такие вот спагетти с сыром и с индюшачьей котлетой, так что всем приятного аппетита, если вы тоже кушаете. Помыли собаки, но теперь он тут бесится. Бесился, по крайней мере, пока я его не начал снимать. Ну, блин, ну как обычно. Малышка, малышка, иди сюда. Мокрый, мокрый собакин. Видите, почистить его надо от каких-то штук. Иди сюда. Колючки какие-то. Приедем домой, почистим тогда. У меня, кстати, садится телефон, так что, скорее всего, я уже включусь, когда мы приедем домой. Мы уже приехали домой. У нас уже 9 часов, 9:30. Смотрите, какая у нас лучка красиво идет. Как волны морские, похожи на них. Вот. Не, красиво реально выглядит. Мы тут гуляем с Ульяной. Ульян тут с куклой своей. Уля, как твою куклу зовут? Андрей. Андрей? На купоплей? Да, вышли просто погулять. Гуляем тут. Очень с Таней, с мамой, с Ульей. Да, давай, Ульяна, рассказывай что-нибудь. И, по-моему, будет гроза. Гроза, думаешь, будет? Откуда тогда такая туча-то? Может, дождь пойдет? Такая туча не собирается, чтобы дождь шел. И здесь тоже тучка. Красивая очень. Вот. Видимо, будет гроза. Мне кажется так. По крайней мере, по погоде показывает, что будет гроза. Ульяна вам хочет сказать пару мыслей, которые сейчас у нее в голове. Давай, да. Давай. Мы сейчас идем домой. Тут все Гриша. 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 Я, короче, иду домой пока что. Прекрасно. И... Вы думаете, то, что я так одета? Да, я так одета. Я не виновата. Ну, ты классно одета, нет? Мне нравится комната, нравится, какая разница вообще? Это ведь одежка. Ну ясно. Вот у нас тут Борисоглебская церковь. А еще у нас до сих пор почему-то на улице не включили свет. И только, у нас только горит на той. Она не горит, она светится. Да. Ну вот, у нас свет почему-то до сих пор не включили. Таня, Соня и Ульяна уходят к себе домой. У нас наконец-то включили на улице свет. О, мам. Мам, давай, скажи что-нибудь. Ну что ты улыбаешься и машешь? И мы тоже направляемся домой. Как только, блин, я начал снимать, ты сразу вылезла. Ну почему вы так делаете, а? Она просто только что залезла за диван. Но как только я начал снимать, она сразу же вылезла. Конечно же. Ладно, зачем я включился вообще? Я вообще включил, чтобы поснимать кошку за диваном, ну ладно. Хочу на этом закончить влог, потому что уже время 00:30. Да, и... Что? Все, да, это все. Вот так вот прошел мой сегодняшний день. И всем пока.